dvhub.ru. Рекомендуем, чтобы пойти, это спектакль «Отдых», это праздник музыки, балета, шикарнейшие балетные номера. Вот наш балетмейстер главный Ольга Анатольевна Казаресова, там очень удачные, хорошие работы. Ребята блестяще там работают, актеры блестяще работают. Музыка французские, все шлягеры, которые прийти просто отдохнуть. Это хороший, шикарный, красивый спектакль. Я просто приглашаю вот комсомольчан, кто не успел, потому что этот спектакль тоже давно у нас в репертуаре. Сколько у нас тут? Тоже там составы менялись, играли все. «Прости мои капризы», «Трактирщица», премьера. Это вот расскажет Сергей Викторович. Да, это один из последних спектаклей, который мы сделали. В чем его, на мой взгляд, уникальность? Это в том, что там на классический текст, музыку композитора, это наш дальневосточник Ипатов. Вот поэтому в этом, в общем-то, и есть такая уникальность этой работы. И еще мы один спектакль везем, он у нас экспериментальный, он, так скажем, нашумевший слегка в городе Хабаровске, «Ночь измены» или «Любовный покер». Это такой эксперимент, насколько он удачен, это уже судить, как говорится, зрителям. Но, несмотря на то, что было очень много нареканий по поводу использования музыкальной составляющей в этом спектакле, а это хиты российской эстрады, таких исполнителей, как Лепс, таких, как группа «Ленинград». Вот. Но, несмотря на это, этот спектакль, несмотря на то, что были какие-то нарекания, он шел с аншлагами достаточно долго. Да. И до сих пор. И сейчас здесь тоже... Я хочу сказать, что «Покер» — это все-таки комедия положения. Да, там анекдот, очень да? хорошая пьеса. Она драматическая. И что очень радует, что наши артисты с достоинством справляются с этими актерскими задачами. Наверное, вот для меня этот спектакль ценен именно этим. А вот многие знакомые, которые приходят на спектакль, они всегда удивленно задают вопрос: ваши так умеют петь? Им же кажется, что вот, да, Лепс поет так, так поет «Глюкоза», так, или, ну, то есть там бренды, вот то, что Оля делает «Одиночество» по-своему, очень интересно, очень любопытно, и вот зрители... Головина, да. Главную роль, которая играет. Все очень удивляются, что вот... Потому что другая совсем манера. Да, все да, привыкли да, к тому, что поют академические варианты. dvhub.ru